На месте полуразрушенного здания военкомата идут работы. Помещение с обрушенной стеной демонтируют, а участок готовят для благоустройства. Улица Крымская будто вздохнула. Старое здание военкомата, буквально нависавшее над тротуаром в самом центре города, демонтируют. Строительный мусор вывозят на свалку. В том здании, что еще может послужить, продолжают работать сотрудники военкомата, но это временно, пока не будут отремонтированы и подготовлены новые помещения для военных. После того, как территорию расчистят от мусора, рабочие примутся за ее благоустройство.